с возрастом, к сожалению, происходит уменьшение объемов, например, височного отрога, комков, биша, вот здесь. То есть уменьшение жировых пакетов в височной области. И мы видим скелетизацию в височной области. Также у нас может быть дефицит мягких тканей в губокраевой области. То есть вот здесь, это то, что мы сегодня будем корректировать. Недостаток объемов ведет к чему? К тому, что мы видим глазами возрастные изменения. Здесь дефицит, здесь провалы. И это надо корректировать, это надо заполнять.